Всем привет! Другая жизнь снова с вами. Лето, вторая половина июля. Приехали на выходные в Ярославские угодья. И вот который, третий день пошел. Никуда толком попасть не можем, куда запланировали. Везде травища, комарищи, слепнищи. Просто кошмар. Да и потом времени особо не было. Вот. Единственное, сейчас вот ночью ехать обратно в Москву, решили просто по покосам погулять, по любимому, как бы. Ну вот, Дирхем мы здесь нашли в одном из видео. Ссылочку, как обычно, прикреплю. Сейчас будем ходить по темноте, потому что сегодня жара опять была, ну, больше 30-ки точно. Весь день колупался с пчелами, так, набегами. Вроде как взяток пошел. Ну, посмотрим, не знаю, у нас тут своеобразное все очень. Найдем, не найдем, не знаю. Взяли фонари. Ну надо же, шило-то имеется. Ходить все равно перед отъездом. На следующие выходные тоже поедем, я думаю, что сейчас много дел и здесь, и в Москве. Пойдемте походим, погуляем с фонарями. Ночной коп. Первая находка. Видно, как пуговица гирька огромная, ну большая, крупная, но железная. Очень похоже, что это волкобой. Не точно, но может быть. Что такое волкобой, я сейчас расскажу, прикреплю информацию. На копе иногда находят маленький грузик из разных сплавов или железа. Это как раз и есть тот самый тип кистеня, который не так уж редко попадает в руки поисковиков. Множество найденных гирек небольшого веса до 20 грамм относят к оружию под названием волкобой или волчатник. Предназначен он в основном для использования всадником, поэтому изготавливался таким образом, чтобы обеспечить высокую скорость и точность нанесения ударов. Сделанный по типу плети, кистень волкобой имел довольно жесткий, но в то же время гибкий подвес из заплетенных кожаных ремешков, на конце которого закреплялся легкий боевой груз. Некоторые специалисты даже относят волкобой не к кистеням, а к оружию под названием боевой хлыст. Из-за незначительного веса и размера, скорость и маневренность этого оружия возрастала в разы по сравнению с обычным боевым кистенем. А за счет скорости и небольшой поражающей площади пробивная способность позволяла легко проломить череп зверя, и не только. Несмотря на то, что такие мини-кистени периодически попадают в руки поисковикам, эта находка остается очень нечастой. Кстати, иногда волкобои путают с крупными пуговицами-гирьками, так что стоит быть внимательным, поднимая очередную находку. А как вы думаете, волкобой это миф или правда? Напишите в комментариях. Что, друзья, вот такой интересный формат. Сейчас будем все сигналы копать. Сомнительные, несомнительные. Как все это происходит на самом деле. Странный сигнал у нас. Может быть черным, может быть цветным. Цветной. Проволочный. Ну, может быть и проволока. Никто не отрицает. Поиски, как они есть. Вот он. Вот вам проволока. Пожалуйста. Настоятельно всем рекомендую. Забирайте весь этот мусор с собой, чтобы не выкапывать его 20 раз. Ну и вообще, мы же не свиньи.
Мы чистильщики полей. Следующий сигнал. Земля дубовая. Сейчас. У нас короткая и длинная лопаты. Были здесь уже пробочные такие. Опять приходится с сигаретой. Глубоко. Что-то достали. Монету. Монету? Советскую. Серьезно? А ты видишь? Я отсюда вижу. О, первая монетка. Год? 40-й. Я покажу. Вот проволочный сигнал. Да, ну он пробочный, проволочный что-то такое между. 3 копейки. 1940 года. Вот так вот. Ну что, прикольно. Мы особо-то... Это поле ухоженное и перехоженное. И нами, и комрадами здесь, ну, как бы много, очень много. А его не пахали достаточно давно. 3 года. Ну, 3, да, наверное. Уже здесь пособирали, мама дорогая. Здесь все, что угодно есть. И чешуя, и дерхем, я как говорил, ну, вот, в начале ролика. Держи. И что, и уделки, по-моему, не было. Но гроз... Василий Третий был. Василий Третий был вот на том поле. Вот. Многие его знают. Вот. Но места хорошие. Здесь все равно что-то вылезает. Еще пуговица была очень прикольная. С ливрейной куртки. Да. Ливрейная пуговица. Вон там за теми вот кусты в конце. Вот в конце там. Ливрея. Там дорога выходит. С этого, с мундира, с ливреей, короче говоря. Ребят, сейчас напишу, потому что не помню точно, но такой какой-то непростой дом. Ну что, друзья, следующий сигнальчик. Посмотрим, что нам дадут. На закате дня. Мусор, да, или... Или нет. Что за сигнальчик? Черт его знает. Сейчас найдем. Ну он такой, он верховой где-то там. Жбонь. Ага. Разорванная трубка. Медная. Проволочный сигнал такой. Такой пробочно-проволочный. Что-то у меня модуль заглючил. Беспроводной. Сейчас перезагрузил все это художество. Не знаю. Опять где-то какая-то. Ну, блин, мы же в пылище постоянно, в воде, в пылище. В пылище, в грязище. Проволока. Проволока? Ну, судя по тому, как пляж. А, ну это-то. Вот вам такой коп. Прилетела мошка, мы надели намордники. Приходится... Приходится так работать. Ну, на проволочных сигналах тоже бывают всякие чудеса вылазят. Что там за чудо? Светмет? Светмет. Какой-то оплавыш или обломыш? Не оплавыш, а обломок скорее этого. Это он тяжелый, это свинец. Свинец, да, по сути по всему. Так, это в мусорный карман.
Вот так все происходит. Давай я длинную возьму, где она? Да ладно, это же алюминиевая банка, стопудово. Бывает и такое. Сигнал алюминиевый. Грунт очень такой ядреный. Ядреный, он сухой. Ну я говорю сухой. Хоть чуть-чуть его, конечно, про это. А может и чернина глубокая. Опа. Ну-ка. Не выкупился. Что-то выкинули. Комочки. Сейчас комочек покажу. Любите вскрывать комочки? Вот мы тоже киндер-сюрприз своего рода. Скорее всего, какая-нибудь жбонь. Еще. Есть монета. Вон она у тебя в руке. А, вот, все, нашли. Вот вам и киндер-сюрприз. Убитая! Чего это было? Что его знает? Киндер-сюрприз. Так. Медная. Ну, бил 30-кой. Дай фонарик-то, ничего не видно. Уже не видно. Камера осветляет. Серебром. Да? Ну, двойная надпись. А, это пол копейки серебром. 1800 какой-то. Ребят, сохран хрен знает. Ну, скорее всего, плохой, потому что медь здесь. Николай Первый. Ну, вензель хорошо видно. Сейчас покажу. Вот, видите? Ну, сохран, конечно, так себе. 1/2 не видно. Копейки серебром. 1800. Тоже не видно. 42-й, по-моему. Ну, форм-фактор. Ну, да, это вот ее, он, Николай Один. Первый, вот она. Пожалуйста. Камера очень сильно осветляет, как будто еще светло, но уже сумерки. Коп ночной считается открытым. Так, друзья, следующий сигнал. Короче говоря, модуль что-то мой беспроводной вглючил, к сожалению. Но он заикается, то ли он разрядился у меня. Может быть, а ты его не заряжал раз? Я его заряжал, но я его мог тебе объяснить-то. У меня мог в машине включенный проваляться, я его выключить мог забыть. Черт его знает. По-разному бывает. Проволочный сигнал. Сейчас посмотрим. Ой. Что там? Опять комочки? Комочки. Ну, ломай сама уже здесь. Сейчас неудобно. Уже темно. Какая-то фигня. Пуговица. Пуговица? Это немецкая, тройная. Спарток? Угу. Ага. Пуговица. Порточная. Порточная, да. Ой, ё-моё! Терял. Сейчас найдем. Второй раз, как лошадок тогда искали. С лошадками это... Вещь. Завелся. Пошла? Так, а мы пойдем водички попьем. Не, надо все-таки спускаться ближе к домам. Ну да, сейчас туда пойдем, в ту сторону поля. Что, друзья, пока ходил пить водичку, Люба нашла крест, походу, дело. Сейчас посмотрим, что там нам. Целый? А лепесточек? Лепесточек? Практически целый. Ну, целый, да, не поломанный. Сверху валялся, считай. Угу, вот такой. Убитенький, конечно. Но зайдет.
Так. Сейчас мы пойдем чуть-чуть туда, к деревне. Сходим. С такими... В большом селе там пьянка какая-то глобальная. Ну, в нашем тоже. У нас тоже, да, там день села. День села. А, ну здесь, наверное, то же самое. Там дискотека. Крошка моя, я по тебе скучаю, там все дела. Ладно. Здорово камера, да, светляет? Сейчас вообще темно. Вон там только солнце село. Так, у нас следующий сигнал. Вообще 35 лет. Сейчас какая-нибудь банка. Не, это не банка. Я траком же проверю. Так, такой онлайн от первого лица. Ага, в темноте. Да, видно вполне себе хорошо. Единственное, шум, конечно. Ух, как свистит. Слышите? Угу. Да, прикольно снимать, копать. Фига, не видно. Я только подождал, я попинал. Надо экшн-камеру заводить. Не вышло? Вышло. Большая. Планет? Угу. Сейчас приблизу покажу. Ага, ну вставай. Ну вот, вообще хорошо. Что за монеты, я не знаю. Дай тебе фонарик, что ли? Фонарик тебе дать? Сейчас дам. Затертая. Да, естественно, здесь... Гладенькая. Медь здесь, к сожалению. А серебро под выбором. У меня в правом кармане вот здесь фонарик, вон там. Налобник. Медь здесь, к сожалению, ужасная. Что это такое? Какая-нибудь катализа. Это у нас коняшка. Катя Лиза, как я и сказал. Это Лиза. Лизаветка, ну, она сказала. Удивительно. Сейчас даже посветим. Профиль видно. Вообще обычно они подубитые, сейчас приближу. Ну, видите, для Лизы. Да, и лошадь. Ну, в общем, это 2 копейки, походу. Нет, копейка. Крупные монеты достаточно. Здорово. Удивительно, давно не находили. Держи. Так, друзья. Сейчас ничего не вижу. А, вот она. Вывалилась. Конина. Засвечиваешь. Засвечиваю. Вот так вот. Не ход с потом. Ну, вот такая вот. О, шоркнул лопаткой. Ладно, забирай. Сигнал как отрезало. Ну, время все уже, как бы ночь. Понятно, что не утро, сколько там часов. Ну, 12 час. Грубо говоря. Вот, сейчас едем, разгружаемся, чешем в Москву, как я вначале говорил. Сейчас находки в конце покажу немного, но, в общем-то, по выбитому полю, по стерне, это расслабляющий коп. Назовем видео. Улялки. Улялки, да, коп расслабляющий. Единственное, что пролетел рой комаров. И сожрал. Причем стемнело уже, когда совсем. Сначала была мошка, слепни, ну, понятное дело, а потом. Прилетел рой комаров и начал нас долбить сквозь сетки даже. Ну, естественно, они прокусывают, паразиты. Вот. Ну, ничего, скоро опять поедем. Опять же, вот самые такие поганые месяцы, опа, месяцы копальные, это июнь, июль и август. Конец августа еще ничего, но тоже. Сейчас там повылезает у нас лосиная муха вот эта. Тоже трэш полный. Да, еще мерзость. Все в чехлах, в скафандрах. И во всем таком. Не, ну, есть одна еще мыслишка в реку залезть в одну. Сегодня, кстати говоря, пробовали, я вам забыл сказать, в одну речку забраться. Это утром рано. Прошли, пролезли сквозь бурелом, сквозь траву, сквозь заросли ивы, там, по полной программе. Полосиный тропе, там такая узенькая была, он нас туда как бы привел. Пришли, ё-моё, вроде бы в реках сейчас воды-то мало, да, а там воды... А там глубокое место. Короче, глубокое место. То есть хотели давно туда забраться, но смысла никакого нет. Причем даже если как бы, ну, целиком в гидрокостюмы наряжаться, все равно там особо ничего такого не получится, потому что, во-первых, там ил, а во-вторых, там очень заиленная мутная вода, то есть там ничего не увидишь.
достаточно проблемно копать. Я думал, что там каменистое дно, нет. К сожалению, не каменистое. Ладно, сейчас показываю находки. Ну и... А мы там все равно на поле две пуговки нашли. А, ну да, пока ходили, две гирьки нашли, а где они, кстати? Вот они. Сейчас, да, сейчас покажем. Это утром, рано-рано мы выезжали. Это по полю ходили рядом с машиной. Ну, вчераднего периода. Сейчас. Угу. Ну, вот традиционный отчетец. Ходили-то мы недолго, то есть там несколько часов буквально, не торопясь, водичку попивая, покуривая, дым, чтобы отпугнуть паразитов. Крест, ну понятно, конина, три монеты, Елизавета, Николай Первый советы, и вот утренние гиречки, две пуговки. Гиречки, чтобы вы понимали, сейчас будем искать вторую, чтобы вы понимали, гиречки где-то нашла? Угу. Вот это более ранняя. Век 13-го. Это более ранняя. Сейчас. Она вот такая плоскенькая. Ну да. Сейчас приближу, покажу. Сейчас фокус поймается. Вот такие вот пуговички. Сплав как раз, ну, так называемый у нас в простонародье. А я не стал бронзом. До монгол, да. Вот. Ну там и поль такое, что там до монгол. Вот, ну что, на этом прощаемся. Монетки очень знаменательные, 40-х годов. Да. 1740-го, это Елизавета, 1840-го, Николай Первый, и 1940-го, Иосиф Виссарионович. Да, ладно, вот такое вот ночное небо. Мы... Что это было? Перепады непонятные. Ладно, такое ночное небо, на фоне него мы с вами прощаемся. Здоровья, удачи. Ой, фокус-то. И пока.